Вернемся в игру. Так, куда мне идти-то? А, черт. В общем, пошарился я по дну этих катакомб, так ничего не нашел. Ну, пойду наверх, это единственный вариант. Все-таки надо тогда пробовать, я не знаю, спрыгивать, потому что больше вообще негде, на мой взгляд. Еще, конечно, вот этот предмет, который я видел. Так, по-моему, сюда. Да. А, кстати, вот. Тут целых два предмета светится. Вот, давайте-ка я отсюда сейчас, пожалуй, попробую вот так сделать. Есть, четко. Так, выпить тестуса. Ну да, именно вот это я внизу-то, вон, я туда же уходил, смотрел наверх. Вот я эти водопады видел, и вот этот камушек. Ну да, все четко. Вот я с него упал на камень. Так, большая душа безымянного солдата. И теперь отсюда можно упасть еще вот сюда. Только надо тоже очень осторожно это сделать. Вот, все. Шапка жреца, дорожные перчатки, священные штаны, палец. Ну, получается, комплект клирика или вроде того. И да, все, я забрал все предметы со дна катакомб. Очень хорошо. Но, тем не менее, кузнеца я пока не нашел. И, ну, собственно, я сейчас просто по ходу увидел. Вот в тот раз же я осматривался и вот засек вот эту вот ступеньку, на которую можно было спрыгнуть. Сейчас я хочу вернуться к той круговой лестнице. Там тоже какие-то предметы внизу. Я думаю, все-таки надо рисковать там. Ну, в крайнем случае, что костер там рядом. Ничего страшного. Надо кувыркаться. Там какой-то выступ, потому что я все-таки видел. Была не была. Буду пробовать. Ну, потому что, ну, реально, у меня уже других вариантов вообще нету. А плюс там еще какие-то предметы, значит, туда можно попасть. Так, только пробиваться мне сейчас через скелетонов. Угу. К счастью, они смертные скелеты, если можно так выразиться. Так, все, а я поднимаюсь наверх. Да, все правильно, тут сокровище взял. Все, иду через мост. И я снова у костра. Вон там костер. А я иду вот в этот центральный зал, если можно так выразиться. И вниз. Все, вот отсюда сейчас мне надо куда-то прыгать. Еще ниже. Вот. Вон внизу предмет есть. Так. Убился. Но пока я летел, я что-то увидел. Я увидел ступеньку, которую я пропустил. А, вот, собственно.
Вот в эту ерунду торчащую я влетел, и из-за этого я об нее ударился и упал в пропасть. То есть мне нужно кувыркаться, начинать пораньше, насколько я понял. Потому что вот под вот этим выступом был как раз-таки... Под выступом была ступенька. Так, ну поехали. Четко. Да. Вот этот камень меня тогда сбил мне траекторию. Так, хорошо. Теперь аккуратно, аккуратно. Сюда. Есть. Осколок зеленого титанита. Это просто восхитительно. Это же просто восхитительно. Вот, а куда дальше, я уже не знаю. Зеленый титанит я смогу улучшить свое небесное оружие. Так, куда дальше? А, слева ничего. Вот туда надо, наверное, метить. Вон там я трупы вижу внизу, но это очень высоко. Так, ладно. Пью Эстус. И, ну, допустим, сюда. А, нет, все нормально. Ух ты, видеоролик. Что это? Кто это? Ктулху скелет какой-то. Что это вообще? Что у него за борода? Ступай прочь. Ты мешаешь сосредоточиться. Я какому-то скелету по... Так вот кто кузнец. Ох ты, тут еще и костер есть. Это же просто замечательно. Так это, да, это тот самый, вот тут-то я его и слышал. Это стена, он ее пробил. На дно катакомб. Ну все, отлично, просто отлично. Все, есть у меня короткий путь. В склеп великанов. Не понимаю, что в наши дни творится с углем. Я с таким, говорит, не работаю. Видимо, какой-то супер редкий уголь ему тоже можно притаскивать. Огромный, широкий просто скелет с такой с бородой костяной. Ты мне мешаешь. Ну ладно, давай хоть починюсь у тебя. Так, усилить оружие. Вот. Осколок зеленого титанита. Двуручный меч небес. Урон 140, магии 171. Ну... Что, улучшаю? Улучшаю двуручный меч небес. Плюс
Плюс один. На плюс два надо снова. Зеленый титанит. Так, и... алебарда черного рыцаря плюс 3 будет уже. 318 урон. Замечательно. Два мерцающих титанита. Это я какую-то ящерку здесь где-то убил. Так, все, здорово. Еще и 2000 душ обошлось, очень дорого. Снова два мерцающих титанита. Так, усилить броню. Большой осколок. Здесь обычный осколок. Два еще мне надо. Так, он продает косточки возвращения, осколки титанита и стрелы с болтами. Хорошо. Так, ладно, покупаю парочку осколков. Усилить броню. И улучшаю наручи элитного рыцаря. Усиливаюсь. Окей. Все, теперь нужны уже осколки, большие осколки титанита, поэтому на текущий момент я эти осколки, кстати, ни разу не встречал ни в продаже, ни в игре. И вот на текущий момент у меня полностью улучшена броня и оружие. Замечательно. Так, зажигаю костер, обращаю опустошение. Возжигаю костер. Хорошо. И выхожу. В принципе, все. Я здесь сделал все, что хотел. Так, бежим отсюда. Эти скелеты-колеса, они... вот эти, да, они просто ужасны. Какой-то неадекватный просто урон они наносят. Вообще неадекватные. Самый неадекватный противник, которого я встречал. Безумие какое-то. Вот так. Продолжу пока что свой путь с алебардой. Ну а там посмотрим. Итак, кромешная тьма. Здесь мне поможет вот этот предмет. Здесь я помню, какой-то скелет был. Я его видел. Склеп великанов. Thank you.
Ага, гигантский скелет на 1000 душ, надо же. Так, а если чуть назад? Ну да, все, сверху ничего нету. Все, вот, я вижу лаву, то есть я вообще уже очень глубоко под землю спустился. Прям в ад практически. Так. Во! Это было опасно. С одного удара? Отлично. Так, большая душа. Угу. Так, вниз я, скорее всего, убьюсь. Там вон еще глаза чьи-то светятся. Наверняка такого же скелета. Здесь наверняка можно также скатиться и... Ну и я предмет, судя по всему, потерял. Вон какой-то предмет. Невероятно. Это жесть, что я могу сказать. Локация очень сложная. Прямо очень сложная. Кромешная тьма, ничего не видать. Я не знаю, как бы я вообще без лампы здесь, если бы она мне не выпала, что бы я делал. Неадекватные противники вообще. Их невозможно без ранения завалить. Снова сюда, снова. Так, вон, наверху я вижу. Хорошо, как сюда попасть? Как сюда наверх попасть? За этим предметом. Здесь я помню, я спрыгивал вниз, то есть обратно в склеп, насколько я помню.
Сейчас еще раз посмотрю. Да, все. Тут делать нечего. Как-то темно вообще, проблемно. Непонятно. Так, ну ладно, с одним разобрался. Лестниц нету никаких. Сейчас буду вообще аккуратно все осматривать, прежде чем куда-то прыгать. Так, вот предмет. Тогда прыгну сюда, пожалуй, и... Вот сюда. Так, хорошо, большую душу взял. Теперь вот здесь вижу. Еще большую душу взял. А, тут лестница есть. Так, я понял. Гениально. Вот только начинают подкапливаться немного души, я их сразу сливаю, потому что игра просто, я не знаю, как это называть. Великолепно просто, восхитительные противники. Как спрашивается прокачиваться вообще? Ну тут понятно, я забыл щит взять. Так, ну по крайней мере светящихся предметов я больше не вижу. Еще один. О! Идеальная просто игра. Я просто обожаю тебя.
Невероятно. Ну да, почему нет? Давайте сделаем кромешную тьму, где ни хрена не видно и ни хрена не понятно. И вас долбят гигантские скелеты рыцари. Почему нет? Больные ублюдки, как я вас ненавижу. Дайте мне IDDQD чит-код. Я не хочу в это играть. Я хочу бессмертие. Пробежать, все собрать, везде все сделать. И нафиг удалить ее. Все, у меня сейчас такое желание. Сдаваться, конечно, уже бессмысленно тут. Я, наверное, уже пол игры прошел. Может быть, конечно, и меньше. Так, хорошо. Получается, он сильным ударом падает с ног. Этим надо пользоваться. Надо сразу сильный удар наносить просто в наглую. Долбить их. Ну, конечно. Либо долбят вас. Понятно. Так, ну хорошо, я куда-то ниже пробежал, но я пропустил предмет. Вот здесь вот он наверху, вон он светится. Ах, как до него добраться? Ну-ка вот, что-то я иду где-то по краешку. Так, какой-то люк внизу. Тут лучники. Гигантский скелет. Конец тебе. Лучники тоже гигантские. Так, лестница. А не та ли это? Такая стрела огромная. Обалдеть.
Какой-то предмет я еще вижу. Или это... Так, осторожно. Есть. Ну да, какой-то предмет очередной. А, во, вижу лестницу, нашел, отлично. Так, еще лестница. Ну ладно, давай, поднимусь. Око смерти. Так, некое око смерти. Еще повыше чуть-чуть. Большая душа гордого рыцаря. А, вот я как сюда залез. Все, я понял. Все, я начинаю понимать. Угу. Ну ладно, сейчас соберу тогда все, по возможности, все предметы. Уже десятку душ набрал. Не хотелось бы, конечно, погибать, но это весьма вероятно в таких обстоятельствах. Стесненных. Везде можно упасть, убиться, плюс еще гигантеры, скелеты. Где-то еще предмет, по-моему, был. Вот там слева, что ли. Не все я собрал. Так, ну в темноту я прыгать явно не собираюсь. Там вообще непонятно, что происходит. Так, лучник-скелет. Ну ладно, черт с ним. Насколько я понял, там ничего интересного нету, и он опасности, в общем-то, не представляет. Да, просто стоит себе, стреляет. Подземный город, вон руины прям я вижу. Выглядит неплохо. Это что? Это скелеты? Фу, сколько же их здесь? Ого. Все, забили меня. Невероятно. Толпа просто скелетов. Ой, какой-то предмет они охраняют, не знаю какой. Ну ладно, я завершаю серию, продолжу в следующий раз. Попробую все-таки ужасный склеп великанов зачистить потихонечку. Увидимся и удачи вам.